1 июля. День общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Наша страна. Наша Конституция. Наше решение. Уважаемые жители города Асбеста, я обращаюсь к вам. Совсем остается немного времени, когда мы будем подводить итоги всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Есть время на то, чтобы выразить свою позицию. Я уверена в вас. Я уверена, что вы обязательно придете на избирательные участки. Либо есть возможность позвонить в избирательную комиссию и пригласить комиссию на дом. И как раз выразите свою позицию в части поддержки изменений в основной закон. Дорогие мои асбестовцы, всегда город Асбест отличался ответственным отношением к тому, что происходит у нас в стране. И я вижу, что и сегодня вы не находитесь в стороне. Поэтому все избирательные комиссии готовы, безопасные условия созданы. Мы вас ждем на избирательных участках.